еще я только немножко управление этой машины, так как у нее руль прокручивается несколько раз, то есть с оборотом. Это меня и смущает. А так, в принципе, очень спокойно. А давно водите вообще сами? Нет, но умею. Ощущение, как бы, оно отличается намного, чем обычная машина, но мне очень понравилось. Отличается в чем? В управлении. Скажи, ты чувствовала на себя взгляды? Да, чувствовала взгляды, сигналили, оборачивались, то есть было довольно-таки необычно. Как люди вообще реагировали? Ну, то есть больше положительно, нежели это? Положительно. Положительно, да? Да, людям нравилось. Некоторые даже фотографировать успевали. Доволен, что столько много работы разных целой команды привело к успеху, потому что она ездит, в принципе, практически, ну, в общем-то, одновременно она является произведением искусства, как, в принципе, полноценным автомобилем, она шла на приличной скорости для города, все с ней в порядке.